Мне вообще все не нравится с этой ситуацией. Я немного расстроился. Не то, что там стрима нет, ну, типа... А именно... Бля, ну, короче. Я просто... Короче, я считаю, не знаю, может, это будет неправильно, может, я скажу неправильно, и вы меня не поймете. Ну, короче, в медийке и во всей этой теме должны вариться люди, которые готовы адаптироваться под любую ситуацию. Понимаете? А Ваня, он, типа, он очень наивный, он добрый, он всем доверяет, типа, и типа, не знаю, вы представьте, это начало, это вот сейчас только начало. Что будет дальше? Я не знаю, я хуй его знает, короче. Я просто многое не хочу говорить на аудиторию, но... Просто я считаю, что это все выглядит очень опасно.